Пойдем, Тёмка. Пойдем. Собака, пока. А вон детскую площадку я уже вижу, Тёмка. Да, да, да. Вон там она впереди. Вон там она у нас впереди, детская площадка. А это? А это тут такой спортивный, такая спортивная площадка для тренировок. Но она сейчас закрыта. Это у нас Стамбул. 3 километра от аэропорта Сабиха, который вон там находится. Вот. И мы идем на детскую площадку. Такой вот парк. Небольшой разбили сквер. Очень симпатичный. Да, Тёмка? Очень симпатичный парк. Он так на склоне находится. Приятно тут находиться, конечно. Так, это вот школа вот здесь. А, вон она дальше. Детей оттуда выводили, видел я. На машины родителей сажали. Ну, как обычно после школы. Вот. Ну, такой вот вижу у нас... площадку. Да, вот там она. Впереди детская площадка. Вот. Мы уже почти на гору эту поднялись. Отлично. Очень полезно ходить. Ноги тренировать, набираться энергии. Накапливать ее в долгосрочной перспективе. Просто отлично. Ну вот как. Хорошо. Вот так вот хорошо. Ну вон и детская площадка у нас. Гора симпатично выглядит далеко впереди. Вон там вверх слева. Вот школа. А вон и площадка детская сейчас справа будет. Вот, да. И вот там еще, кстати, есть небольшая. Солнце уже село, как раз вот сейчас у нас Магриб. О, самолет взлетает. Вижу, вон там вот взлетает самолет. Так, это школа. А вот и детская площадка. А вот и детская площадочка. Вот она сейчас справа. Мы с тобой так быстро добрались сюда, что мама, наверное, нас уже и догонит, только здесь потом придет сюда. Надеюсь, она найдет нас. Так, побежали, побежали, побежали. Вот, сейчас будет ступеньки направо и прямо на площадку попадем. Вот, да. Тёмка, молодец. Столько у тебя сил, сильный такой же стал парень ты у меня. Угу. Вот, и сейчас направо вот сюда и на площадочку. И на площадочку. И вот площадка. Вот еще ступенечки, и мы на площадке. Вот. И мы на площадке. Мама нас найдет, я думаю. Ну, видишь, мы так быстро убежали. Ой, качелька есть, и горки есть. Ну, так симпатичный комплекс. Симпатичный комплекс. Да, здорово. 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 Да, и сюда можно залезать. Придумать. Да, что?